Зайду, друзья, в магазин. Всем привет. Магазин Sam's Club. Нужно заплатить билл. И посмотрю, похожу. Еду с работы, то забежала. Вот какие телевизоры продаются. 1400, по 700, по 1000, смотря какой. Вот такие маленькие, 279, $20 скидка, здесь 20. Это пледы такие, цены не вижу. Вот духи. Хорошие духи я покупала здесь. По $35 они. Игрушки детские. Когда-то такую машинку Давиду покупала, как был маленький, $35 такая. Такие 16. Теннис, сколько теннис? $250. Так, здесь у нас идут детские сапоги, бутсы, $15. Такие маленькие. Adidas кроссовки $60. Вот такие кожаные. Вот какие рубашки теплые, женские такие, $16. А вот такие ветровки, курточки, классная фирма. $20. Так было на 35, но сейчас скидка $15 на нее. Вот такие. Такие детские костюмчики. $17. Это детская одежда. Мне нужны мусорные пакеты, лишь бы не забыться. А вот такие Seven. Вот такие джинсы женские. Были $17, скидка $10, сейчас они по $7. Есть вот такие, а есть вот такие, как бибриджи. Такие. Есть такой цвет, и вот есть светлые. Вот как. Вот на фотографии. Да, $7. Я думаю, это хорошая цена. Ой, какие теплые. Так, здесь социальный стенд. $10. Вот такие кофточки сейчас. Вот. Такие мягкие.
теплые. Вот такие есть штаны, очень теплые. Вот такие за $17. Вот это показывается, какие они внутри. Я Давиду купила одни такие темно-синие. И я вижу, он их так носит на работу. Так что, наверное, возьму еще эти темные зеленые ему. Вот какие бумажные тарелки на Рождество. Кто не хочет мыть посуду. Вот такие. Одноразовые, красивые. И вот такие пакеты. $18 уже. Раньше были $12. Сейчас 18 за 200 пакетов. Да, все дорожает. И очень быстро. Это столько бумажных полотенец. Здесь сковородки. Противни вот такие. Костка тоже есть. И вот такие с фольги тоже. Мне тоже закончились эти. Это большие. А это маленькие вот. Я покупаю маленькие. 36 штук. Вот такие в духовку. Хорошо приготовил и выбросил. 36 штук за $10. Да. Я думаю, наверное, нужно взять, это уже у меня их нету. Напитки вкусные такие. Вот так. Ой. Чаи. Это мед. Мед за две вот таких баночки. Вот. $16. За эту банку 13,27. Уже у нас закончились хлопья вкусные. Вот эти я покупаю. Такая двойная большая. Я покупаю их в Костко. Но я думаю, они... Упс! Что они здесь тоже вкусные. Вот такие с молоком. $6 за такие хлопья. А в другом магазине будет коробочка как бы меньше, но дороже. Здесь как, ну так оно мне как база, можно сказать, напоминает. Так, молоко. Так, молоко, наверное, у нас есть. О, крем-чиз. Крем-чиз $6 за 4 вот таких упаковочки. Если пить с чаем, то здесь лучше крем-чиз. А если так в крем для торта, то можно покупать в Aldi. Там дешевле, но если так, то... Так, и сметана у нас идет 3,72. Ой, не могу достать. Вот за такую баночку здесь 1,36 кг. И вот яйца. Яйца есть натуральные, есть такие простые. Огурцы по $4. Вот за таких 3. А есть и маленькие. Маленькие 4,50. Вот такой пакетик. Вот. А помидор у нас нету. Нужно помидор еще купить в салат. Эти 4,12. Вот за такую упаковку. Здесь 3 ЛБ. Это где-то 1,5 кг. Так, я возьму эти. И вот наш любимый салат. Здесь он 5,34 за... Две вот таких упаковочки. Ну, можно сделать и самому, дешевле будет, но
как всегда, магазинное вкуснее. Вот такой пакет салата. Это 2,37. Можно и этот взять. Клубника 8,53. Очень дорого. 2 лб это где-то килограмм, например. 908 грамм, да. Вот такая упаковка. 8,50. Все так подорожало прям на глазах. Бананы, киви. Курий гриль. $5 за курицу. Это фарш. Говядина, биф фарш. 3,82. Это за ЛБ. Вот за такой пакетик или упаковку $20. 19,21. Сколько ж там по весу идет? 5 ЛБ. Это где-то 2,5 килограмма. И вот смотрите, сколько хлеба. 3,96 за вот этот пакет таких булочек. И вот эти багеты, батоны или как. Вот это багеты 3,4, а вот эти $3 за 2. То вот с этого магазина привозят на бесплатку. Вот они еще там срок годности, сколько им остается. Немножко полежат, и их свежие, хорошие, мягкие отвозят бесплатно. А есть такие, которые не завозят, а просто выбрасывают в мусор. Не все магазины отдают. Так что это супы,